Всем привет, дамы и господа, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу о новиночке. У компании Easy Walker появилась новая моделька Мили. Это прогулочная коляска для относительно теплого времени года. Ну, то бишь, кроме зимы, ее можно прекрасно эксплуатировать, и если не снежная зима, тоже, в принципе, нормально. У меня у самого тоже есть колясочка Easy Walker подобная, и она себя очень хорошо зарекомендовала. По плохому асфальту, даже по брусчатке, в принципе, сносно едет. Поэтому, ну и парки, кстати, тоже в том числе. Поэтому я вот прям, мне нравится подобного рода колясочки, и Easy Walker, естественно, в том числе. Так, это прогулочная коляска, в двух словах, технические характеристики. Она такая достаточно усиленная, до 22 кг выдерживает ребенка, и поэтому она весит 8,4 кг. Колесная база у нее, кстати, очень узкая, 45 сантиметров. И наклон спинки 125-175 градусов можно, в принципе, делать. Из 3 месяца технически можно ее использовать. Но я бы, конечно, с полугода лучше эксплуатировал, потому что ребенку в 3 месяца на вас надо смотреть, на родителей. Ну, если очень надо, то можно. Так, смотрите, сверху вниз начнем изучать ее. Ручка у нас ВК-кожа. Она у нас по высоте ручка не регулируется, поэтому имейте в виду. Козырек, сразу про ткань скажу, очень хорошая новая ткань появилась. Очень дорогая, плотная ткань, не какая-то дешманская, тоненькая. Ткань действительно, я могу смело назвать премиальной. Очень качественная и приятная ткань. Бывает, что вот чувствуешь, ну что-то не то. Здесь же вот, где ни коснись, дорого, толстый материал, качественно. В общем, претензий к материалу у меня просто ноль. Так, что касается козырька, где же замочек? Можно еще одну секцию освободить. Вот, и таким образом увеличить козырек. По бокам у нас здесь сеточки, если что. Вот, это максимальный козырек. Можно на одну секцию, естественно, убирать. Как показывает практика, на самом деле, исходя из своего опыта пользования подобной коляской Easy Walker, этого козырька хватает и летом тоже. Так, давайте, что касается сидений. Спинка высокая, она широкая. Точные технические характеристики полностью в размерах по ссылке в описании на First Buggy, на первую коляску магазин будут. Пройдите, посмотрите. Вот, сразу что я заметил, когда начал первый раз щупать, достаточно мягкое сиденье, достаточно толстенький там поролончик, прослойка, поэтому комфортно ездить долго. Очень мягкие накладки на паховую и плечевую зону. Также у нас есть, соответственно, бампер, который можно откинуть как калиточка, это очень-очень удобно. Подножечка, естественно, регулируемая ступенька, чтобы ребенок подросший мог залазить. В общем, все как надо. Еще смотрите, какая глубина сиденья. Сиденье очень глубокое, поэтому ребенок не сползает, ничего такого близко нет. Так, опускаем спиночку. Все, вот у нас как получаем. Ну, не 180 градусов, 175, но это вас за глаза, чтобы ребенок прекрасно мог там поспать. Также у нас есть возможность здесь открывать. Сейчас покажу вам. Вот каким образом это делается. И вот эта вот часть, она держится на магнитиках. Смотрите, красота. Просто никаких липучек, кнопочек. Все само собой встало. Как по мне, ну просто обалденно сделано. Я люблю, когда магниты и нормальные большие магниты, которые хорошо плотно держат, чтобы ветер не сдувал. В общем, с этим здесь все хорошо. Так, поднимаем спиночку. Все, спиночку подняли. Давайте рассмотрим с вами ее ходовую часть. Рама полностью металлическая. Ну, естественно, с пластиковыми соединителями, к сожалению. Это на всех колясках так. Ну, не к сожалению, а как факт. Сборка отличнейшая, просто сборка. Придраться мне, в принципе, не к чему. У Easy Walker, в принципе, все коляски очень добротно собраны. И к сборке вообще никаких претензий у меня ни в одной модели нет. Колеса, естественно, полиуретановые. Давайте посмотрим на амортизацию. Так, сзади есть, спереди есть. В общем, с амортизацией тоже все в порядке. Так, что касается багажника. У багажника очень хороший доступ. Вы сами видите, он хорошо открыт. На дне багажника вшиты пластиковые вставки, чтобы он не провисал сильно и груз не цеплял об землю.
Поэтому, в принципе, претензий нет. Что касается тормоза, самый классный тормоз. Оба раза сверху мы и блокируем, и разблокируем, и тем самым мы не пачкаем обувь, не царапаем. В общем, все четко. Так, давайте теперь посмотрим, как она складывается. Ведь для этого мы берем такие компактные колясочки, чтобы они нам, как говорится, приносили удовольствие в поездочках. Все вот так это складывается. И смотрите, в предыдущей версии вот эта часть крепилась с помощью липучки. Здесь же для этого сделали дополнительно вот такую накладочку, которая прячет и прижимает всю спинку к коляске. И вот получается, что вот она у нас в таком виде получается самой компактной. В комплект, кстати, входит еще и чехол для транспортировки, он вот здесь вот спереди прячется. И в комплекте также вы найдете фирменный дождевик, который сидит как влитой, просто идеально. Поэтому ничего по большому счету вам докупать не нужно. Все у вас будет уже идти в комплекте. Все. Давайте подытожим. Я очень люблю бренд Easy Walker. Весь практически модельный ряд мне очень нравится. Мне нравится у них сборка. Просто практически эталонная сборка, подгонка деталей. Там прям вот, вот вообще муха не пролетит. Как говорится, комар нос они подточат. Вот. И материалы очень хорошие. Они надежные. Я сам, как третью колясочку для таких поездочек, тоже выбрал для себя Easy Walker. И ни грамма не жалею, потому что у нас эксплуатация очень жесткая. У нас и горная местность, и убитые асфальты, и брусчатка, и парки. В общем, мы нещадно эксплуатируем коляски свои все. И это бренд зарекомендовал себя ну как нельзя лучше. Поэтому я вот от себя, как говорится, мое мнение не последнее в инстанции. Я вам говорю лично свое мнение. Но оно у меня такое. Можете как бы строить свое там мнение. Но, как по мне, прекрасные коляски, цена-качество, просто великолепное соотношение. Эта модель, я не могу назвать ее мега дешевой, но учитывая нынешние реалии, абсолютно конкурентоспособная цена среди себе подобных, плюс-минус где-то все так же и стоят. Поэтому все окей. В общем, ищите от меня рекомендацион, обязательно посмотрите эту колясочку, если выбираете себе что-то подобное. Ссылка на нее, на первую коляску, внизу в описании. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И всего доброго, до свидания.